В связи с трагедией в лагере «Виктория» открыто 3 уголовных производства по статье «Нарушение правил пожарной безопасности», которое привело к гибели людей. По факту служебной халатности местных чиновников и отдельно расследуют то, как проводилась реконструкция детского лагеря. Сейчас назначены экспертизы: пожарная, техническая, строительная. Кроме того, изучается документация, изъятая в различных департаментах горсовета, а также на предприятиях, которые проводили работы. Досудебное следствие планируют завершить за 2 месяца. Пока подозрение объявлено только 2 людям, и они уже взяты под стражу. Это директор «Виктории» Петрос Саркисян и 23-летняя воспитательница Наталья Янчик. Она отвечала в лагере за противопожарную безопасность. Прокурор Одесской области говорит, что скоро круг подозреваемых расширится. Просто оголосить особі про підозру, щоб потім мати слабку позицію в суді, ну це неправильно. Зараз все абсолютно буде вивчено, надана правильна юридична оцінка, і я гарантую, що службові особи будуть нести покарання в цьому кримінальному провадженні.